Thank you.
Thank you.
21. 660 это президент. А здесь? А вы знаете, послушайте, про школу это другой совсем участок. Тоже 660. Я не знаю, я лично не знаю. Ты вот, Тань, ты не знаешь школу, как позвонить? Ты не знаешь? Не знаешь. Нет, интересно, должны вы знать все участки, что ли? Вы должны знать вот все участки школы. Вот уже звонит так, как и я хотел. Которая
очень больно. Thank you.
Я вон за себе. Thank you.
Yeah.
по просьбе Гребневой Ольги Германовны зафиксировать просьбу о том, что ее мать нуждается в голосовании на дому в связи с болезнью и не имеет возможности прибыть, проигнорировала. Со слов Ольги Германовны, я цитирую, Камолов даже не остановился, чтобы записать адрес, по которому хотели проголосовать, а 3 месяца бегал агитировал. На основании вот этих слов вы можете позвонить и спросить у нее, да, кем куплены, Вани? По-моему, это вы 3 месяца. Она говорит, бегали, агитировали ее. Итак, в присутствии секретаря Халиловой зафиксировал факт данной жалобы. Теперь второй момент по поводу голосования на дому. Сейчас говорю я, вы слушаете, и это просто фиксация факта. Значит, при голосовании на дому ящик переносной должен находиться в руках члена избирательной комиссии, о чем я перед выходом вашим предупредила. Я сказала, Андрей Сергеевич, ящик находится у вас. По возвращении я спросила у полицейского, который вас сопровождал. Вы ящик ему передали, сами ходили с сумочкой. На основании чего вы передали ящик? Вы отвечаете за бюллетени и за документы. Совершенно верно. Значит, по первому вопросу. Гражданку Гребневу я в глаза не видел, поэтому адресу я не задавил. У меня, значит, не было даже ни заявки на нее. Значит, мы в этом... Какой там адрес у нее? Какой это? Я вам говорю, телефон, вот, с которого поступила заявка. Вот. Действительно, то есть это провокация. Действительно, это не провокация, вот. Андрей Сергеевич. Соответственно, она сказала, что вышла и попросила вас зафиксировать заявку. Вы повернулись, она сказала так. Ну, со мной были люди, со мной люди. Никто ко мне ничего не подходил. Ну, вы знаете что, у меня есть вот, я спросила. Я не один там был, понимаете? Со мной ходили люди. Какой факт? Я зафиксировала факт. Тут женщина какая-то кричала, почему ко мне не зашли. Когда? Андрей Сергеевич. На улице? Да. Это знаете кто так? Это не Гребнев, его гражданин. Это Чернявцева была. Я ей сказал, прозвонитесь по вот такому-то номеру. У меня я не могу зайти, так как у меня нет заявки. Я иду согласно заявке. Вы не можете зайти, потому что у вас нет заявки. Но вы имеете право зафиксировать факты. Это совсем разные вещи. Она говорила именно о том, что вы... Гребневу я глаза не видел. И в этот подъезд я даже не заходил. Вы считаете, что я придумал... Дом 38, да. Квартира 39. Мы не заходили. У меня заявки не было. Гражданка Червякина, я объяснил, что позвонить нужно было по такому-то номеру телефона, и чтобы Андрей приняли заявку. Это совсем разные люди. Сейчас, подождите, про заявку это, вам сказали другого лица, я ничего не говорю, вот. Потому что этого факта я не знаю. А вот этого факта, который вы сейчас здесь пытаетесь... Так, ну вы мне дадите высказаться или нет? Подождите, у нас сейчас закончится время голосования. Я как председатель сейчас говорю о факте, который я зафиксировала. Объясняться вы будете попозже. Вы даже с меня объяснение не взяли. Присядьте на свое место. Я говорю сейчас. Что касается по поводу ящика, который я передал, значит, сотруднику милиции. Да. В законе четко об этом не сказано. То есть он нейтральное лицо, он может нести ящик, тем более совершающий... А где сказано, что он может нести ящик? А где сказано, что нельзя? Совершающим голосом я был один. Андрей Сергеевич. Я был один заряжать. Вот совершенно. Не перебивайте вы меня, пожалуйста, дайте мне высказаться. Дайте мне высказаться. Вы мне высказаться дадите, нет. Вот я сейчас выскажусь, потом сяду. Вот. Значит, сотрудник или лицо нейтральное, значит, в законе четко, значит, не сказано. Могу я передавать на предыдущих на всех выборах, у нас всегда ящик нес милиционер. Тем более, с членом решающего голоса я был один. Совещателем, наблюдателем ящик я так не имел права. Вот. А вот сотруднику милиции как раз имел. И вот так. Вот. Значит, теперь, значит, вот что хочу сказать по статье закона. Что у нас здесь? Так, у нас нарушены права избирателей в данной ситуации. Нарушены, вы не зафиксировали факт заявления. Я вам говорю по поводу ящика. Нарушены права избирателей. Так, по поводу ящика мы не говорим о правах так, избирателей. Так, все, права избирателей, это клевета. Я говорю, это клевета. В этот подъезд у меня заявок не было. В этот подъезд я не заходил. А гражданку Гребневу я не видел. Андрей Сергеевич, теперь скажу я. Я зафиксировала факт разговора по телефону и на этой гражданке. Это провокация. Это абсолютная непровокация. Это я цитировала ее слова в присутствии вот секретаря и в присутствии членов комиссии. Теперь по поводу ящика. Полицейский имеет право сопровождать, и он сопровождал. У меня не 4 руки. Андрей Сергеевич, ну а что вы несли? Что? Чемодан с документами, еще и ящик тащить. Ну, конечно. Все, значит, таскают, а вы почему-то не может.
все по новой ходят. Андрей Сергеевич, послушайте, перед выходом вашим на голосование в Минфине. То есть в законе, это четко не прописано. Что ящик с бюллетенями несете вы, понимаете, несете вы. Вы за него отвечаете, за бюллетени. Причем он сопровождает вас. Он охраняет, чтобы не было никаких. На всех предыдущих выборах. В общем, Андрей Сергеевич, вот это факт. Он зафиксирован. Следующая жалоба, которая поступила от Корниенко Геннадия Ивановича о том, что члены с правом решающего голоса Комолов где-то примерно с 7.50 до 8 договорился с наблюдателем Марченковым Александром Федоровичем об условном знаке о начале видеосъемки. Учитывая, что Марченков Александр Федорович является наблюдателем кандидата на пост мэра города Астрахани, расценивают данный факт как сговор совместных действий членов РИП Комолова с наблюдателем от кандидата Шейна в пользу последнего. Это договор самый настоящий. Жалоба, она подписана наблюдателями и членами комиссии совещательного голоса. Вот эта жалоба, да, я ее приложила для того, чтобы направить вообще письмо, не письмо, а заявление о вообще ваших действиях в течение дня и вообще в работе нашей комиссии. Значит, сейчас я говорю о том, о постоянном невыполнении своих обязанностей. Каких обязанностей? Члены комиссии. Я все выполняю. Нет, вы не выполняете, у меня есть акты, которые вы не выполняете. Это все надумано вами. У меня еще одна жалоба о том, что член комиссии, все отмечают этот факт, чтобы препятствовать работе комиссии, самовольно покидаете рабочее место, тем самым создавая очередь избирателей на участке. Вы знаете, что вызову? Нет, не по моему вызову, а самовольно, я подчеркиваю слово «самовольно». Вступайте в споры с председателем избирательного участка по вопросам, не относящимся к его прямым обязанностям, то есть к моим прямым обязанностям. Андрей Сергеевич, вот вы сейчас читаете закон, я просто говорю о том, что у меня... Это все надуманное. Я прекрасно это знаю. Понимаете, вы создаете очень... Правда? Да, некомфортную обстановку для всех членов комиссии. Это вы создаете? Я не создаю, просто вы это все делаете. В течение работы всей комиссии вы мне просто мешали выполнению моим обязанностям. Да, то есть как председатель. Вот эти все факты я зафиксировала. Собственно говоря, у нас осталось 7 минут до закрытия участка. А я думаю уже, что, наверное, все, кто хотел присутствовать, присутствуют у нас. Все, кто должен работать, тоже на месте. А мы сейчас будем начинать работать по спискам. Я призываю вас еще раз внимательно все посчитать, потому что нам надо обязательно выйти, чтобы цифры наши ни в коем случае не расходились. Так, еще один момент. Проверьте, пожалуйста, бюллетени, которые вы будете сдавать. То есть, чтобы вот все бюллетени, которые вы получали, совпадает с тем количеством, которое вы видели. Я еще говорю о том, что эта цифра будет разная, потому что, знаете, причина, почему тайные выборы, и мы все голосовали по отъявительным исследованиям.
снижении премии за работу, день голосования. Thank you.
муниципального здания города Астрахань и по дополнительным и по выборам депутатов Государственной Думы. Я сейчас прошу членов комиссии выполнять мои распоряжения, что касается порядка проведения подсчета голосов. Сейчас вы открываете списки и все до точки проверяете. Потом вы даете секретарю бюллетени. И только после того, как вы закончите работу с списком, и секретарь проверит, чтобы данные ваши не расходились с теми, которые, вернее, не данные ваши не расходились с теми, а чтобы все по списку у вас было четко. Пожалуйста, я вас очень прошу, внимательно отнеситесь к этому. Подсчитывайте. Подсчитывайте все, как я и говорила на заседании при работе со списком. Это ручка нужно оставить. Если вы в карандаше все сделали, то вы можете ставить ручку. Сейчас наблюдатели, представители СМИ, представьте мне, пожалуйста, документы по того, что вы имеете право находиться на участке. И, пожалуйста, вот этим документом паспорт. Помещение, я закрываю дверь, я никого не пущу, я вообще не имею права уже не пускать, не пускать. Дверь. Thank you.
по номеру. Я говорю, что я буду работать, а потом.
все, уже по счету идет. Нет.
что открывать всем двери, всех пускать и запускать. У меня есть тоже четкие инструкции, которые прописаны в рабочем блокноте. До окончания голосования все должно быть закрыто, никто не входит. Я не уходит, не спрашиваю. Я никого не уходит. Ну, милиция, значит, уже полиция. Не открывайте, пускай сейчас все закрыто. Thank you.
Thank you.
Спасибо.
Да,
выходные. Нет, сейчас уберем.